Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, работаю визажистом 25 лет, и на своем канале я рассказываю про красоту. И что сегодня хотелось бы рассказать, да? Когда хожу по улицам, по каким-то заведениям, естественно, наблюдаю за женщинами, и хочу сказать, что у нас огромное количество красивых женщин. Я бы сказала, ну, практически каждая. Но есть одна особенность, что наши женщины всячески стараются быть красивыми, и бывает настолько часто делают элементарные ошибки по незнанию, что в итоге получается, что вроде бы потратила время, деньги для того, чтобы быть красивой, но по факту получается, что наоборот, даже ухудшила свою внешность. За счет чего? То есть какие самые распространенные ошибки можно наблюдать, когда девушки стараются сделать свой образ более привлекательным? Первое – это неправильные пропорции. Вот мало сделать просто красивые брови или ровные губы. То есть можно сделать с точки зрения техники и симметрии все идеально. Но вот с точки зрения пропорции это может очень здорово испортить лицо. Что я имею в виду? Это когда, например, я хочу увеличить губы и увеличиваю губы не на 1-2 мм, а буквально на 0,5 см. И вот этот вот объем, который, может быть, сам по себе смотрится и неплохо, но в сочетании с остальными чертами лица может очень здорово или придавать возраст. Кстати, это тоже распространенно. Хочу быть молодой и красивой, но если неправильно сделано, например, форму губ, наоборот, придает возраст, потому что лицо смотрится тяжелее. И еще нарушаются другие черты лица. Например, опять же, когда делаются, допустим, более объемные губы, неважно, это перманент или это инъекционные процедуры, то может увеличиться нос. То есть кому красиво увеличивать губы? Тем девушкам, у кого достаточно места в нижней части лица, что касается подбородка, и расстояние между верхней губой и кончиком носа. То есть если у вас носик аккуратный, небольшой, может быть, даже вздернутый. И если вы увеличили губы, то это может смотреться более-менее симпатично. Но как только нос, может быть, чуть длинноват или, может быть, немножечко крупный, допустим, именно нижняя часть носа, да, то тогда более объемные губы делают нос еще больше. И вот таким образом, вроде бы, получается, хотела сделать как лучше, но в итоге меняются пропорции, и это смотрится некрасиво. То есть автоматически нужно корректировать нос. Или это делать макияжем, или это нужно делать пластическую операцию. Затем, когда увеличиваются, например, достаточно объемно губы, уменьшаются глаза, и ничего с этим не поделать. И если вы сторонница натурального макияжа, опять же, какая частая ошибка, например, я сделаю перманент бровей, я сделаю перманент глаз, чтобы не краситься, ну и губы, или перманент, и допустим, еще инъекцию. И нормально встала, умылась и пошла. Очень удобно, комфортно. И я вас прекрасно понимаю, потому что женщинам нужно выполнять очень много задач. И работать, и семья, дети, а еще и красивой быть, да, и успевать везде. И поэтому, конечно, мы смотрим, какие есть способы для того, чтобы было максимально быстро и комфортно, чтобы я была и красивая, и на это время особо не тратить. И получается, что сделала брови, сделала стрелки межресничную, да, увеличила губы, но когда делаются стрелки, и если делается линия четко по своему размеру глаза, то, как правило, глаз смотрится ярче, но меньше, а губы увеличила, и вот нарушаются пропорции. Здесь стало побольше, здесь стало поменьше. Крашу глаза редко, потому что есть стрелка, зачем, так же удобно. И в итоге получается, что глазки маленькие, губы большие, пропорции нарушаются, и весь фокус внимания переходит на нижнюю часть лица. А если еще, например, есть какие-то возрастные изменения, допустим, носогубные складки или, может быть, брыли, то с большими губами это все еще усугубляется. И получается, что вроде бы постаралась, потратила деньги, хочу быть красивой, но при этом вот из-за пропорций все это смотрится некрасиво. Хотя технически может быть сделано все великолепно. Понимаете, какая ситуация происходит? И вот таких вот ошибок в макияже я вижу очень-очень много. Другой вариант – это когда
чересчур активные ресницы. Да, я сама обожаю, когда густые ресницы. Но нужно понимать, что каждая из нас имеет свою контрастность. Контрастность – это вот определенная яркость, которая есть от природы. Например, да, там, допустим, девушки, которые имеют яркий параметр, ну, это уже из раздела цветоколорит, об этом я как-нибудь расскажу попозже, я сейчас готовлю курс по цветоколориту. Девушки яркие – это когда светлые глаза, темные брови, темные волосы, и вот этот контраст между светлой кожей, светлыми глазами и волосами, ну, вот как бы, да, у меня пример, кажется более яркий. Например, те девушки, которые имеют достаточно нежные черты лица. Это когда нежные брови, не очень графичные. Это когда тоже могут быть светлые глаза или даже карие глаза. Но при этом форма глаз, она смотрится не так выразительно. И общее как бы, впечатление, есть некая такая как бы мягкость, нежность. И вот такие девушки, которые от природы сами достаточно нежные, также сюда можно отнести некоторых блондинок, не всех, то когда девушки такие делают очень графичные брови или делают очень густые ресницы нарощенные, то тогда получается диссонанс. Смотрится внешность очень просто, если не сказать в некоторых случаях дешево. Прошу вас, не делайте ресницы театральный эффект. Он красивый только на сцене. И этот эффект хорошо именно с ярким макияжем. Если вы решили сделать густые ресницы, и при этом вы не делаете остальную часть макияжа, ну, типа, опять же, из той серии, что я сейчас наращу ресницы, и будет мне комфортно, больше особо ничего делать не надо, уже ярко. Но вот как раз происходит совсем наоборот. Эти ресницы настолько смотрятся выразительно, что забивают глаза, всю внешность, и ваша внешность смотрится как второстепенно, и опять не украшает. И вот тут смотришь и понимаешь, вроде бы яркие ресницы, должно быть красиво, но такое впечатление, что кроме ресниц нету больше ничего, не видно ни цвет глаз, ни формы глаз, одни ресницы. Поэтому театральный эффект хорошо тем девушкам, которые реально работают в индустрии шоу-бизнеса, и когда делается яркий макияж, чтобы не клеить каждый раз ресницы, вот у вас они уже есть, и вы добавляете яркий макияж, и тогда со сцены с последних рядов очень хорошо видно ваше лицо. Тогда это оправдано. В других случаях это смотрится некрасиво. Еще замечаю, что многие женщины более старшего поколения, у них кожа не особо ухоженная. Причем, опять же, видно, что изначально своя фактура очень хорошая, но просто нет элементарных знаний о том, как нужно ухаживать за кожей, что есть специальные средства для очищения, их сейчас много, и они разные, можно подобрать для своего типа кожи, для своего там определенного состояния кожи. Также, например, не все правильно используют тональные средства, а многие вообще не используют. И когда делается макияж, опять же, если мы говорим, например, про быстрый макияж, да, у меня сделан, допустим, перманент бровей, перманент глаз, губы, в общем-то, а что еще, ресницы накрасила и пошла, если нарастила, то еще и это не надо делать. И вот вроде бы все остальное такое яркое, но если нету идеального, ровного, чистого цвета лица, то вот эти все яркие элементы, они создают эффект такой, знаете, есть термин у профессиональных визажистов — грязный макияж. Грязный макияж не потому, что он грязный, а потому, что кожа, которая имеет свои особенности, цветовые какие-то акценты, это может быть пигментация, где-то шелушение, покраснение, здесь серый, здесь розовый цвет лица, купероз, то есть вот эти вот все особенности, шумы, скажем так, да, они создают в общем неопрятный вид. И даже если вы опять же постарались, сходили к мастеру, сделали себе вот эти все процедуры, но не используете тональные средства, то тогда все эти эффекты яркие на лице, да, брови, глаза, губы, они не смотрятся красиво. Наоборот, они еще больше создают такой эффект на лице, что кожа выглядит еще хуже. Я вроде бы постаралась, да, сделала все эти процедуры, но при этом опять результат не тот. Соответственно, что необходимо делать? В первую очередь, когда вы идете делать процедуры, которые
достаточно длительного ношения. Это ресницы, это перманентный макияж. Пожалуйста, не делайте слишком театрально и не делайте слишком большую амплитуду коррекции. Что это значит? Например, если у вас от природы брови очень тоненькие, если вы будете увеличивать их 2-3 раза, то у вас могут нарушиться пропорции. То есть, если вы увеличиваете брови, увеличивайте, пожалуйста, буквально там на 1-2, максимум 3 миллиметра. Я имею в виду по ширине, потому что ширина на сегодняшний день тоже, это тоже определенная категория, да, специалистов, которые делают, ну, очень широкие брови. И у нас женщины ходят с такими суровыми мужскими лицами именно из-за таких широких бровей. Также такой эффект может давать брови, которые темные. Если вы от природы русая блондинка, старайтесь не делать брови слишком черные, слишком широкие, потому что и цвет дает контрастность, еще и ширина дает некую грубость лицу. И в итоге хочется выглядеть моложе, а когда мы говорим про молодость, это про определенную легкость в лице, то любые темные, графичные, широкие формы, они придают тяжесть лицу, и лицо смотрится более грозным, громоздким, и это не омолаживает. Поэтому вот тут вот в любом случае, что цвет, что форма, что размер, важна золотая середина. Никогда не ориентируйтесь по форме бровей на других людей. Ориентируйтесь именно с учетом ваших черт лица. Если вы увеличиваете ресницы, увеличьте их, пожалуйста, ну, буквально там, не знаю, на пару миллиметров. Не делайте театральный эффект. Если вы хотите гуще, сделайте, ну, скажем, чуть гуще. Не делайте в 2, в 3, в 4 раза гуще. Иначе это будет смотреться уже совсем по-другому. Хотите увеличить губы, перманент, инъекции, пожалуйста. Замечательно, что есть такие процедуры, но не увлекайтесь. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы с точки зрения остальных ваших черт это смотрелось гармонично. Что касается бровей. Брови, пожалуйста, не делайте с учетом тенденции моды. Делайте, как правило, в большей степени именно классическую форму, которая никогда не выходит из моды. Такая форма будет красива практически каждой женщине. И если вы захотите немножко изменить брови с учетом того, какая сейчас мода, то вы сможете это сделать с помощью карандаша, геля для бровей, чем угодно. Сейчас миллион средств для того, чтобы сделать красивые брови. Но при этом, если тенденция изменится, а перманент он остается на длительное время, то вы сможете всегда изменить форму и сделать лицо более как бы подходящее на сегодняшний момент с учетом того, что вы хотите. И запомните, если вы хотите омолаживающий эффект, то не нужно делать слишком активные, прямые, клиновидные брови, потому что такие брови смотрятся агрессивно. Если на лице еще появляются дополнительно линии возрастные, то еще плюс вот такие более активные суровые брови могут возрастные линии сделать более яркими. Таким образом, вроде бы, опять же, мы сделали процедуру, облегчили себе жизнь, чтобы каждый день не прорисовывать брови, но с другой стороны, это может выглядеть так, что у вас лицо становится более жестким по восприятию. Поэтому вот хорошо бы изучить свои пропорции. Уже по традиции, не первый год, делаю такую неделю красоты. Как ухаживать за кожей, как ее слушать, какой у вас тип старения, какую косметику выбирать. И когда вы правильно выстраиваете всю технологию ухода, вы увидите, как быстро кожа откликается и выглядит очень хорошо. И я вас научу, чтобы макияж смотрелся так, как будто его нет. При этом можно потрогать кожу, она естественная, нету тонны косметики, чтобы мы каждый день были красивыми, а не только по праздникам. И при этом, чтобы мы использовали те средства, которые доступны с учетом нашего бюджета. И, конечно, сама техника, чтобы это было все быстро, легко, в удовольствие, и чтобы вы получали потрясающий результат. Как красить глаза, как работать с нависшим веком, как скрыть пигментацию, как
рисовать стрелки, как увеличивать или уменьшать, если вам это надо, губы, как сделать макияж стойкий. То есть будет очень много того, что поможет обогатить ваш внешний вид, что вы в своем возрасте в 40, 50, 60, 70 или 80 лет можете выглядеть как роскошная женщина. И сможете этими знаниями пользоваться в свое удовольствие не один год, а много лет. До встречи на курсе! Каждый раз, подходя к зеркалу, смотрите на себя и обязательно увидите в себе прекрасное. И начинайте именно это подчеркивать и усиливать. Но, как правило, у нас женщины что? Подойдут к зеркалу, ой, тут я страшная, здесь у меня так, здесь у меня так. И если мы подходим к коррекции своего лица именно с точки зрения, что мне нужно много чего исправить, в итоге получается некрасиво. А если вы будете подходить к коррекции своего лица с точки зрения, что как бы мне еще больше подчеркнуть свои достоинства, то 100% будет очень красивый результат. Дорогие девушки, у нас от природы у каждой есть свои достоинства, и наша задача научиться их грамотно подчеркивать. Вот это ключевое. Наверняка найдется кто-нибудь, кто скажет: ой, я все, чего только не перепробовала, мне не помогает, все равно уже как бы все, если молодость прошла, то уже тут нечего ловить. Учитывая, что я работаю 25 лет, и каждый день я вижу огромное количество своих учениц, которые вот приходят до и после, и поверьте, я вам хочу сказать, что неважно, какие у вас на данный момент есть изменения в лице, я имею в виду возрастные, всегда можно сделать лучше, всегда, вот 100%, какой бы ужас вы на себе не видели, если подойти грамотно к макияжу, к уходу за кожей, то улучшить то, что есть, можно 100%, даже если вам 70-80 лет. И если мне сейчас кто-то скажет, что помогает только пластика, это такое глубокое заблуждение, это те женщины, которые ничего, например, особо не делают, новые знания не получают, и думая, что для того, чтобы выглядеть лучше, нужно что-то отрезать, это заблуждение. И многие специалисты, косметологи и тем более хирурги, перед тем, как делать операцию, они советуют, что сначала нужно подойти к уходу за кожей более тщательно и подготовиться к операции. Поэтому нужно сделать там такую-то процедуру, я имею в виду не у косметолога, а просто дома, чтобы кожа могла быстро восстанавливаться после операции. Соответственно, как только вы начинаете подготавливаться, вы видите, что ежедневный уход грамотный уже дает свои плоды. Если вы правильно измените форму бровей, если вдруг там она у вас от природы вам не нравится, или что-то изменилось, или макияж глаз делаете грамотно, вы увидите, что оказывается не такое уж и нависшее веко, и не такие безобразные губы или овал лица. Изменить немножко прическу, и уже меняется овал лица. То есть если подходить к своему образу именно комплексно, то тогда вы увидите потрясающе результат. И вот одно с другим, оно все очень сильно взаимодействует. Поэтому просто какая-то одна пластическая операция, она не сделает вау-эффект. Просто, например, там сделать, допустим, макияж, но при этом не знать, как правильно покрасить свои волосы, я имею в виду именно тот вариант, когда кардинально меняется цвет волос. Он может очень здорово сказываться на внешнем виде вашей кожи. И вы можете покупать миллион разных тональных средств, или если вы тем более, например, их и не используете, и у вас цвет волос, который вытаскивает в вашем лице, например, пигментация становится более яркая, или краснота как-то проявляется более ярко, потому что цвет волос не тот. И в итоге вот этот комплекс ошибок создает общее впечатление, что о, все, уже на кладбище пора, ничего не поможет. Вот это заблуждение. Поэтому вот наблюдая за тем, как женщины просто настолько преображаются и выглядят великолепно в любом возрасте, и что можно изменить, может быть, конечно, у вас не исчезнут носогубные складки, но то, что они станут намного менее заметные, это да, это факт. И потом еще, например, опять же, в макияже есть важный такой элемент, это как переключение внимания. Есть какие-то недостатки,
Безусловно, бывает такое, естественно, но есть и достоинство. И когда делается фокус внимания именно на достоинство, то тогда недостатки, они автоматически уходят на второй план. Поэтому, если, конечно же, долго рассматривать каждую женщину, можно придраться к чему угодно, согласитесь. Но всегда, когда смотришь на какие-то красивые черты лица или другие особенности, фигуры, то тогда это доминирует и кажется, ну и ладно, что у нее там бедра широкие, зато какая шея, или какие у нее там красивые руки, или какие красивые зубы, или улыбка. То есть всегда есть то, что кажется более главным, чем нечто другое. Поэтому фокус внимания всегда нужно выстраивать на самом лучшем, что у вас есть на сегодняшний день. Годы не вернуть. Если вам 70, ну уже бесполезно плакать, то что вам не 30. Но если вы сейчас посмотрите на себя и найдете самое прекрасное, и это подчеркнете, поверьте, все это увидят и будут делать вам комплименты. Ну а мы, естественно, будем лучше себя чувствовать. Поэтому всегда, девочки, еще раз повторюсь, делаем акцент на самое лучшее, что у нас есть. Вот. Тогда это будет замечать абсолютно все. Я желаю вам, подходя к зеркалу, смотреть и радоваться своему отражению. Настройте, пожалуйста, правильно освещение, чтобы не переживать по поводу каких-то ваших морщин. И с удовольствием подчеркивайте свои прекрасные глаза, губы, брови и вообще все остальное. Надеюсь, было полезно. Спасибо вам. Я читаю ваши комментарии. Спасибо вам огромное. И ответить всем, к сожалению, не могу. Поэтому я потом собираю ваши комментарии и делаю такие отдельные видео или коротенькие рекомендации, шорсы, да, для того, чтобы вы могли быстренько посмотреть и мою рекомендацию попробовать использовать для себя, чтобы опять же было легко и просто и с удовольствием подчеркивать свою красоту. Спасибо вам огромное и до новых встреч!